Преподобный Иларион – затворник Троекуровский, Тамбовский. Жизнь Илариона в Троекурово. Было еще темно, когда они приехали в Троекурово, и лишь приготовленная Раевским трехкомнатная келья по левую сторону Дмитриевской церкви так и светилась от лампад и свечей, будто великий праздник. С радостью вступил в нее Иларион, найдя наконец убежище, в котором надеялся кончить жизнь свою. Келья его была из трех комнат. В двух помещался он, третий – келейник. На содержание ему Раевский приказал выделить ежегодно 50 рублей ассигнациями. Но это пособие нужно было только первое время, а затем усердие посетителей дало Илариону возможность не только содержать келейных, но и многим бедным помогать. Живя в Троекурове, Иларион до самой смерти никогда не выходил из кельи, кроме храма, и к себе мало кого допускал, а посетителям отвечал больше через келейников. Оттого и нарекли его в народе затворником. Горя любовью к Господу, подвижник считал потерянным для себя тот день, в который не был у божественной литургии. Поэтому он упросил местного священника служить ежедневно и от себя давал в храм муку, вино, масло, ладан и свечи. В церковь подвижник приходил только к литургии, и, вероятно, неудовлетворенный сокращениями священником утренними и вечерними богослужениями, стал заменять их продолжительными келейными правилами. На молитву он становился с первого часа полуночи и молился до обеда. Придя из церкви, опять молился до полудня, с 12 до 3 часов принимал некоторых посетителей, а другим отвечал через келейников. С 3 часов опять молился до 9 вечера. В 9 отпускал келейника спать, а сам запирался в своей комнате. Спал ли он или в бдении проводил остальные часы, неизвестно. Только он сам говорил келейникам, что монаху не должно спать более 4 часов в сутки, да и то после больших трудов, желая, вероятно, приучить их бодрствованию. Он имел обыкновение будить их в 12 часу ночи и посылать за водой на реку или в колодец. Святых тайн Иларион причащался очень часто, а в последние годы каждую неделю. В эти дни он просил священника начинать службу в час ночи. Редко кому выпадало счастье присутствовать при этой службе, и таким счастливцами все завидовали. На службе в храме Иларион всегда становился в алтаре на правой сторонке. Праздничную литургию любил он больше раннюю. В свободное от богослужений и молитвенных келейных правил время затворник читал жития святых и другие душеполезные книги или общался с посетителями, а порой протапливал у себя печку. По окончании дневного правила дважды в неделю, в воскресенье и четверг, и во все 12 праздники по заведомому Иларионом правилу полагалась трапеза. Ее для затворника готовили только один раз в неделю, и то без рыбы. А если случался день постный, то и без масла. Кушал он обыкновенно щи или суп, или чечевицу. Лет за 10 до кончины своей он и эту трапезу оставил. И питался единственно антидором и девятичиной просфорой. В Великий же пост он ежедневно пил по стакану сока из конопляных семян. По словам его, для умягчения груди и свободы голоса. Необходимо при пении и вычитывании правил, которые он совершал большой частью вслух и довольно громко, очень редко, может быть, в месяц раза три Великим постом, когда Иларион сильно изнемогал, то в 4 приказывал он келейникам подать себе чашечку, которая хранилась впоследствии в монастыре, кофе и вливал в него 3 ложечки миндального молока. Вот и все было его питание во весь Великий пост. А когда ему что Бог посылал из съестного, то раздавал сестрам по кельям и отсыпал в благодельню. Посничество своє Іларіон старался скрыть даже от келейных своих. Бывало заставит просфірню испечь себе сытный пекльований хлеб.
принесут хлеб, а он, чтобы незаметно было, что он его не кушал, возьмет, разрежет его на кусочки и пошлет кому-нибудь из сестер. Однажды, в погожий весенний день, келейник предложил Илариону выйти в садик, прогуляться. Старец согласился, но едва выйдя в сад, велел скорее вести себя назад и говорил всю дорогу: «Хорошо, очень хорошо, пожалуй, захочешь и еще». Вот пример строгости старца Илариона к самому себе. Строгость духовной жизни, высота подвигов Илариона придали по свидетельству современникам его лицу выражение «святолепное». Вообще, видевшие его так описывали внешность подвижника. Рост он был среднего, грудь имел впалую, черты лица имел тонкие, правильные, глаза темно-голубые, нос небольшой горубинкой. От чрезмерного поста лица его было весьма худое, но чистое, и цвет его необыкновенно прозрачный белизны. Волосы на голове длинные, седые, с серебристым оттенком, борода несколько продолговатая и к концу заостренная. В открытом и спокойном взоре его сияла благодать. Тихою и пленительной речью Иларион то ободрял и утешал, то убеждал и потрясал дух внимательного слушателя, скрашивая по временам сладостный разговор приятную улыбкою и ангельским взором. Впрочем, таким благовением пользовались немногие. Большей же части посетителей передавал свои наставления и ответы через послушника. Если ранее подвижник по крепости сил телесных часто измождал себя холодом, то здесь Троекурово вследствие потерянного здоровья холод стал для него невыносимым. Поэтому, находясь почти постоянно в своей келье, Иларион приказывал келейным своим летом и зимой жарко натапливать печку. При этом даже в жарко натопленной келье и даже в летнюю пору подвижник часто носил теплые валенки и сапоги. В болезнях телесных старец не имел обыкновения прибегать к помощи врачей и медицинских пособий, а обращался к средствам народным. Редечному соку, огуречному рассолу, что при случае советовал и другим. В конце жизни, примерно за 6 лет до смерти, старец Иларион Троекуровский лишился зрения. Слава о дивных подвигах и о благодатных дарованиях Илариона все более и более распространялась и привлекала в келью старца много людей знатных и простых. Одни желали получить благословение на какое-либо дело, другие услышать слово утешения, а иные разрешить какое-либо недоумение. И проникнутый чистотою ко всем любовью, раб Господень, несмотря на слабость сил телесных и чрезмерного поста и молитвенных подвигов, не переставал ежедневно принимать приходящих к нему. При входе каждого из них он непременно полагал пред святыми иконами 3 земных поклона и осенял посетителя крестным знамением 3 первыми перстами десницы. Весьма редким предлагал маленький диванчик, а сам садился в кресло, но чаще всего принимал стоя. Сначала долго переминал во рту иссохший от строгого поста язык, и тогда уже начинал свою беседу. Говорил тихо, речь его была простая, короткая и иногда даже в причтах, но в кратких и простых его словах заключалась дивная благодатная сила, имевшая неотразимое влияние даже и на последователей других религий. Так, по убеждению Лариона, обратилась к православию некая Феликса, нареченная в православии Варварою, и приняли в Лебедяне крестьянство магометанин и еврей. Во время правила угодник Божий не дозволял входить к себе даже и знатным особам, кроме самих редких случаев, когда была крайняя нужда в его благовременном совете. Тогда беседа его состояла из 2-3 слов, когда готовился ко святому причастию
Іларіон также нікого не приймав. Число посвятителей подвижника ежедневно множилось, так что иногда и келья послушника с сенями, и дома священника и диакона наполнялись народом. Багаті жителі уездных вибірських городов и даже столиц, знаменитые защитники Отечества и самые архипастыри Тамбовские при объезде епархии почитали удовлетворением побывать у великого старца. Один из них, преосвященный Арсений, особенно обласкал Троекуровского затворника. Он благословил заранее приготовленный им для себя склеп и сам посоветовал то, что старец уже давно желал и предсказывал, а именно устроить здесь женскую общину. Благодаря его за такое милостивое внимание, старец подарил архипастырю четки, пророчественно благожелая ему повышение, что в скором времени исполнилось в бытности владыки Арсения митрополитом киевским, уже после кончины Илариона. Монахини Троекуровские были в Киеве и пожелали принять благословение высокопресвященнейшего Арсения, как нашего бывшего архипастыря. Владыка принял их очень радушно. А питомки батюшки Лариона очень рад, очень рад. Он оставил матушек обедать и все вспоминал свое посещение затворника. «Батюшка ваш, великий старец, прозорливый, я его чту, как угодника Божия. Он мне предсказал, что я буду митрополитом, верую Господу, что вы спасетесь за его святыми молитвами. Кроме того, Иларион в Троекурово посещали и другие тамбовские архиереи. Иона, ставший впоследствии экзархом Грузии, и Николай в Троегуляевом монастыре близ Тамбова». Достойно замечания, что когда к Илариону обращались за советом монашествующие, то он чаще всего отказывался их принимать, отсылая к своим духовным наставникам. А когда некоторые ревнители просили у старца благословения носить вериги, Иларион вместо этого советовал им лучше стяжать смирение, терпение и другие добродетели, так как видимые подвиги без указанных духовных побед над самим собою душе неопытного подвижника способны только породить пагубное самомнение. Вообще, по свидетельству келеников Илариона, он принимал посетителей, невзирая на их знатность и состояние, а руководствуясь важностью и неотложностью их нужд. И потому случалось, что гордость и чопорность, украшенная орденами и драгоценностями, ступала с порога его кельи с одним лишь кратким ответом, а простодушный и смиренный поселянин долго выслушивал правду жизни и наставления внутри келья подвижника. Любопытен в этом отношении случай, связанный с посещением старца прославленным русским полководцем Николаевичем Муравьевым, жившим на покое в имении своей жены в селе Скорняково Задонского уезда. Вызванный в армию после начала Крымской войны в 1853-1856 годах и посланный командовать русскими войсками на Кавказе, Муравьев заехал в Троекурово и через келеника Спиридона доложив: «Пусти!» стал добиваться встречи с Иларионом. То долгое время через того же келеника отказывал генералу во встрече. Наконец, с дозволения старца, знаменитый генерал вошел в келью к Илариону и смиренно поверся к стопам подвижника, который сам не преминул, ответил тому низким поклоном. Подняв друг друга, они обнялись, поцеловались, заплакали, и начался между ними дружественный сладостный разговор. При расставании Иларион сказал Муравьеву: «Соблюди пост и победишь врага». Принял благословение старца, будущий покоритель неприступного Карса, еще раз поцеловался с ним, попросил его святых молитв и растроганный вышел в сени, чтобы тут же отправиться в далекий путь.
о том, как благотворно действовали на души обращавшихся людей к подвижнику беседы с ним, ярко засвидетельствовал благочестивый священник Никандр Андреев. Он служил в соседнем с Троекурово селе Губино и пользовался особенным расположением Илариона и часто его посещал. Впоследствии отец Никандр перешел в Троекурово. Дивный был старец, отец Иларион. Скорбь лишь домашняя налетит тучи, недумение ли камнем ляжет на сердце, что тут делать? И побежишь, бывало, к старцу, отворить кельцу. Старец поднимается со своей коечки. Положи оба по три поклончика пред святыми иконами, такое уж у него было обыкновение с каждым посетителем. Затем я поклоняюсь ему в ноги, а он смиренный мне грешному поклонится. Я поцелую его руку, он взаимно мою поцелует. Садиться никогда не просил и сам стоял, начинал разговор свой иносказательно, открывая помыслы, с какими бывало придешь к нему. Тихая и приветливая речь старца, исполненный небесного спокойствия и любви взор его, в один миг бывало разгоняет хоть какие тучи скорбей и сообщает душе благодатное умиротворение. И так легко станет на сердце, к нему идешь под гнетом тяжкого бремени, а от него летишь, словно птица на крыльях. При воспоминании об этом голос отца Никандра каждый раз дрожал, и в глазах искрились слезы. Однако находились и такие люди, кто, подстрекаемые врагом рода человеческого, всячески клеветали на подвижника и распускали о нем самые нелепые слухи. Так по ложному и тайному на него доносу к местным властям Лебедянский исправник вместе с секретарем суда отправились в Троекурово с целью исследовать подлинность этого вопроса. Но в очи увидев старца с окружении святых икон и священных книг, в его скромной келье исправник сразу понял всю нелепость распускаемых про старца слухов, пожертвовал ему крупную сумму денег и пообещал в будущем ограждать его от подобных оскорблений. А когда исправник доложил о результатах своей поездки Лебедянскому городничему, тот со всем своим семейством посетил старца и с великим почтением просил его молитв. Впоследствии, чтобы избежать недоразумений с Лебедянской полицией, Ларион по просьбам своих почитателей при содействии помещицы Анны Ивановны Кузьминой приписался к мещанскому обществу города Лебедяни, а местный купец Федор Алексеевич Сяков ежегодно платил за него казенные подати и мирские повинности.